Сертификат дает возможность получить дополнительное образование за счет государства. Именной документ выдается однократно и действует до совершеннолетия ребенка. Сертификат полагается детям с 5 лет. Список документов для его получения небольшой. С ним можно ознакомиться на сайте, который вы видите на экране. Все бумаги на руках, время идти в 303 кабинет Центра молодежных инициатив. Оформление заявления не займет много времени и сил, уверяют специалисты. С этими документами необходимо подойти к нам в часы приема и на месте заполнить заявление, и все. И практически в течение 3-5 минут получить сертификат. На оплату сертификата в 2019 году для Нефтеюганска выделили более 100 миллионов рублей. Номинал на одного ребенка будет чуть больше 28 тысяч. Сертификат, он не регламентирует количество услуг, он только регламентирует сумму, которую можно потратить на обучение. Поэтому в зависимости от стоимости программы можно ребенка записать на одну, на две, а то и на три программы. На данный момент времени у нас муниципальные учреждения, частные организации есть, муниципальные учреждения и культуры, и образования есть. И с 2019 года появятся спортивные образовательные организации. Лимита на количество сертификатов нет. Оформить его может каждый нефтеюганский ребенок. Специалисты обращают внимание на то, что получить сертификат можно в любое время, а не только в августе, как считают многие родители. Условие только одно – ребенку уже должно исполниться 5 лет. Ранее приходить точно не стоит, потому что мы личный кабинет в системе ранее, чем ребенку исполнится 5 лет, создать просто не можем. Поэтому вот как только ребенку исполняется 5 лет, добро пожаловать к нам. Главные источники информации о сертификатах – это телефон специалистов ЦМИ и сайт персонифицированного доп. Образования. Стоит отметить, что в связи с новогодними праздниками подачу заявок на обучение придется отложить. С завтрашнего дня сайт закроют для профилактических работ. 9 января все заработает в обычном режиме. Дарья Прокопович, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».